кто такой Карл Гейзенберг. Твари и господа! Час веселья! Разодетый как франт 60-х и вооруженный здоровенным молотом, этот стиляга является вожаком целой армии оборотней. Гейзенберг со своей стаей блохастых товарищей живет на фабрике, принадлежащей его семье. На фабрике проводится безумное улучшение местных жителей путем внедрения или даже замещения металлических деталей и органов в их тело. Вживленный паразит Каду наделил юного Гейзенберга телекинетическими способностями, но только с металлическими предметами. Его тело настолько электрифицировалось, что он может управлять магнитными полями окружающих объектов. Гейзенберг втайне планирует совершить восстание против матери Миранды. Именно для этого он и продолжает модернизировать людей, превращая их в роботов-убийц, способных выдержать атаки оборотней и вампиров. Давайте начнем игру!